Доброе. Че? Заходил в Телеграм, зай. Ну, я тебе написал же доброе утро. Зайди. И что это? Хуй знает, что это. Тебя спросить нужно, зай. Что это за видео? Я не знаю, зай, что это за видео. Че, зай, че скажешь? Да что говорить, мы рекламу просто снимали. Покажи. Че именно? Рекламу. Так она еще не смонтирована. Я, сука, тебя убью нахуй. За что, блин? Ну так покажи мне, блядь, эту рекламу, где она? Так она еще не вышла, еще не смонтирована. Ну так покажи мне ее, блядь, на фотоаппарате, мне похуй, на ноутбуке, покажи. Нет, в смысле, этих кадров-то не будет в рекламе. Дай, блядь, ты нахуй угораешь надо мной или нет? Вот просто скажи. Ну, насчет чего именно? Насчет чего, ну ты угораешь? Типа мы реально снимали рекламу, типа вот этого кадра ну не будет. Ну покажи, блядь, рекламу, точнее, сейчас нам. Как я тебе сейчас покажу, если, блядь, ее нет у меня на руках? Мне попу, как, покажи. Это вообще день не рекламы. Мы не снимали в этот день рекламу. Да ты что хуйню несешь какую-то? Просто что за тёлка, блядь? Какая реклама, она, да? Ну она просто сама снималась в рекламе у меня. Да ты что, блядь, ты что какую-то хуйню несешь? Вообще я не понимаю, блядь. Вот я тебе говорю, этого кадра, это вообще, это типа не момент рекламы, мы не снимали в этот момент это рекламы. А, это просто вместе ходили, гуляли? Ну, не мы не вместе, типа там компания была. Компания? Да, да. Ты, блядь, сейчас угораешь надо мной? Просто скажи, блядь, что это шутка нахуй какая-то. В смысле угораю? Я реально не угораю, блядь. Мы гуляли компанией там просто. Кто-то снял эту хуйню, блядь. Блядь, это ты так гуляешь в компании? Это ты так нахуй гуляешь в компании, когда я тебя жду? Это, блядь, шутка нахуй или что? Я просто не верю в эту хуйню. Какая нахуй реклама, Миш, ты что, вообще ржешь, блядь, или что? Короче, все, блядь, звони, пока. Жестко. Стой. Я больше тебя просто не хочу знать. Я тебя не хочу знать. Я тебя спрашивала, блядь, что за блондинка, нахуй? Ты просто пиздобол. Что с тобой походить? Ты, блядь, угораешь, нахуй? У меня руки трясутся, блядь. Просто, ну, я в ахуе. Я больше никак с тобой не связана и знать тебя не хочу. Вася, у меня телефон сейчас просто в номере. Нужно до него сходить, там полное видео. Все, на раз.